Какие проблемы решаются сейчас в сфере ЖКХ? Об этом говорили во время прямой телефонной линии, которую провел заместитель главы администрации столицы республики Герман Александров. Горожане интересовались вопросами развития транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах города Чебоксары. К примеру, нет разворотных площадок для общественного транспорта. Мы не можем открывать из-за того, что наши строители вовремя, в первоначальном этапе, не предусмотрели строительство, сдача дорог и разворотных колец, чтобы мы могли организовать, пустить маршрут общественного транспорта. И эту работу мы и здесь администрации обсудили, перед строителем блоком управления строительства и архитектуры поставили эти вопросы. Другой звонок от жительницы дома по улице Дементьева касался возможности приватизации квартиры. До 18 лет она жила в детском доме и в июле этого года получила квартиру. Да, но, к сожалению, ваша квартира является специализированным жилищным фондом города является. Поэтому приватизации до 5 лет невозможно пока. А потом, после 5 лет, рассмотрим, время меняется и законы меняются. Я думаю, потом вам надо будет заключить социальный найм на эту квартиру. Звонки также касались проблем, связанных с озеленением города. Житель дома по улице Гагарина попросил обратить внимание на часть кустарников, посаженных вдоль пешеходного тротуара, которые не взошли. Герман Александров заверил, что эта часть кустарников будет заменена на новые побеги во время осенней посадки. Екатерина Кудряшова, Сергей Рябчиков, Республика.